Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos y amados suscriptores? Les mando un gran saludo, espero que estén muy bien, les deseo mucha salud y bueno, gracias por estar aquí, por acompañarme. El día de hoy tengo el gran honor de tener en el canal a los chicos de Alga Peterburg. En verdad para mí es un gran honor y ya he hecho colaboraciones anteriormente con ellos y bueno, para mí se han convertido en grandes amigos. Estaré realizando una video reacción con ellos. Y al final de la videoreacción les haré unas preguntas también, ¿no? Así que estos videos se van a dividir en dos. La primera parte será con Sacha Karelski y la segunda parte será con Iván. Así que bueno, acompáñenme y comenzamos. Pues muy bien, el día de hoy haremos una video reacción con Sacha Karelski. Él reaccionará a la canción de Olímpico. Yo sé que él ya ha escuchado esta canción, sin embargo, va a reaccionar a un video que yo hice hace unas semanas, donde bueno, intento tocar el tema del coronavirus y de alguna forma motivar a todos los suscriptores con la música de Dimash y con este tipo de videos a que, bueno, vamos a salir adelante de esta situación que nos enfrentamos actualmente. Привет, друзья! Сегодня необычная передача. Почему? Потому что я записываю видео не для себя, а для нашего любимого, дорогого друга из Мексики, Лео Канто. Он уже неоднократно бывал гостем в наших передачах, и сегодня мы к нему собираемся с ответным визитом. Специально для этого он подготовил для нас вопросы и даже видеоклип, который мы должны будем посмотреть и на который должны будем сделать реакцию. Поэтому, чего томить, давайте начнем. Итак, что же написал Лео Кантро в письме? Друзья, привет всем! Сегодняшний день особенный, поскольку я имею честь быть в сопровождении ребят из Алга Петербург. Да брось. На моем канале. И, конечно же, вы их уже знаете. Они отличные, дорогие. И я могу сказать, что они уже являются для меня большими друзьями. Взаимно, Лео. Сегодня мы сделаем видеореакцию великого Димаша на песню под названием «Олимпика». А в конце у нас будет небольшой разговор. Ну что же, заинтриговал. Я думаю, что начнем с реакции. Я так понимаю, мы должны сделать с вами будем реакцию на видео, которое Лео подготовил специально для нас. Итак, я его уже нашел, поэтому с нетерпением начинаю реакцию. Вообще, я не реакционер. Вот, мы поняли, что мы с вами не слишком уж эмоциональные. Поэтому, если моя реакция будет, скажем так, не оправдает ожидания, не обессудьте. Димаш Кудайберген.
Ну что я могу тебе сказать, дорогой друг Лео? Как будто я фильм посмотрел. Слушай, ты всерьез, я смотрю, поднаторел в монтаже, и монтажные приемы у тебя просто супер. Почему? Потому что у меня создалось именно цельное впечатление об этой работе, потому что вот даже я смотрю свои, например, фильмы, которые я монтирую, там бывают там отрывки, откуда-то отрезки, и видно, что нет цельности иногда у работы, а у тебя прям полноценный клип. Я уж не говорю про идею, которая была заложена в этом видеоролике. Что мне понравилось, голос Димаша, мне кажется, целиком и полностью сочетался с видеорядом этой работы. И я вот все смотрел, смотрел и заметил людей, которые борются, встали на борьбу с вирусом, что-то изобретают, придумывают, да, не теряют надежды, все время находятся в поиске. Спортсмены, которые тренируются несмотря ни на что. Кстати, в тот момент, когда у них были сконцентрированы такие лица, и там периодически перекликалось лицо Димаша, я тоже увидел, насколько все-таки вот в обычных вещах повседневных, сколько иногда встречается общего. Вот Димаш сосредоточен на своей песне, и человек, когда сосредоточен действительно настоящим делом, вот их лица чем-то похожи. Ну и, конечно, мне очень понравилась вот эта надежда восходящего солнца, что за закатом всегда наступает рассвет. И какие бы там тучи, какие бы передряги не случались с людьми, если они сегодня ходят в масках, да, то завтра обязательно наступит тот светлый день, когда люди спокойно снова смогут держаться за руки и наслаждаться вот этим великолепием жизни, природы, которую ты показал в своей работе. Поэтому жизнеутверждающая работа, вот, что я хочу сказать, и в ней даже была драматургия, что все начиналось. Я даже думал, господи, что сейчас произойдет? Даже начал переживать, неужели сейчас будет эпидемия? Но нет, все закончилось счастливым финалом. Поэтому спасибо тебе большое за эту работу. Я еще раз убедился, что в Мексике невероятно талантливые парни живут. Лайк этому видео. Давайте теперь приступим к вопросам, которые Лео решил адресовать нашей команде и мне в частности. У нас с вами одинаковые вопросы. Ответить мы должны, соответственно, по-разному. Что послужило причиной этой песни? Вот тут не знаю, правильно ли я пойму этот вопрос. Это вопрос к созданию песни «Олимпика» или к созданию вот этой работы, которую мне только что показал Лео. Буду, наверное, отвечать на первый вопрос, потому что, мне кажется, он более глобальный. Все-таки все вы знаете, что эта композиция создалась благодаря творческому сотрудничеству и дуэту Игоря Крутого и Димаша Кудайбергена. Два этих невероятно талантливых артиста встретились вместе уже достаточно давно. Я очень рад, что их сотрудничество, их дружба, их общий взгляд на музыку, на творчество совпали до такой степени, что появилась эта потрясающая работа под названием «Олимпика». И я очень рад, что они нашли друг друга, потому что мы сейчас видим действительно синтез, во-первых, опыта, богатого опыта композиторского, да, то есть глобального понимания музыки, и молодость, вдохновение, энергия, тонкое чувствование музыки со стороны Димаша Кудайбергена. И вот когда это все вместе столкнулось, получилась вот такая мощь. Потому что, мне кажется, какой бы видеоряд ты ни поставь над эту песню, хочется вставать и идти. Идти на баррикады, идти ломать стены, преодолевать преграды. Хочется жить, потому что столько вот силы, полета и жизнеутверждающей энергии в этой песне, что мы уже неоднократно говорили, что она достойна открывать и Олимпийские игры, и серьезные спортивные мероприятия любого уровня, любого масштаба. А что послужило еще раз причиной? Это хотите мистика?
случае, вот что они нашли друг друга. Ведь согласитесь, это невероятно сложно. Давайте назовем это так, счастливый случай. Потому что все-таки это своего рода везение, что им повезло друг с другом, а нам повезло с этим дуэтом. Итак, следующий вопрос. Что, по вашему мнению, является ключом к успеху Димаша? Я постоянно размышляю над этим вопросом, и кто-то называет его самородком, я и сам неоднократно так делал. Вот. Кто-то говорит о том, что богата казахская земля талантами, и вот музыкальная, что называется, генетика накопилась, да, в этом артисте. Семья невероятно талантливая музыкантов и вокалистов, да, и опять-таки природная одаренность, да. Можно много, конечно, списать на случай, но вот тут, мне кажется, тот самый момент, когда совпало все, но без трудолюбия, без того, чтобы всецело отдаться музыке, такого результата, мне кажется, невозможно добиться. Я даже вспоминаю другие примеры известных личностей, и, как правило, это невероятно тяжелый труд, невероятно тяжелая концентрация на том, что ты делаешь. И вот благо совпало так, что у Димаша есть и данные, и есть желание заниматься музыкой. И мне кажется, что Димаш, он вообще находится в каком-то таком своем мире музыки, где он там и живет, и радуется, и огорчается, и переживает, и все происходит там внутри, и благодаря этому рождаются вот эти новые шедевры. Он умеет отсечь все лишнее и заняться тем, к чему у него есть интерес. И в наших желаниях и в наших интересах, чтобы в нем это продолжалось как можно дольше, чтобы его ничего не отвлекало, он не разочаровывался в этой профессии, а наоборот подпитывался энергией слушателей, зрителей, которые восхищаются его творчеством. И резюме – это труд. Это труд, титанический труд. Потому что мы живем в мире соблазна, где хочется хватить и это, и это, и это, и нужно найти в себе силы, чтобы себя от этого всего оградить и заняться только самым важным. А это навык, это умение, которое, наверное, и дано не всем, а если и дано, то многие это не развивают. Итак, следующий вопрос. В настоящее время мы находимся в сложной ситуации из-за пандемии. Каким образом музыка Димаша помогает вам в это трудное время? Ну, музыка Димаша давно уже мне помогает, и не только в это время. Но хочу сказать так, что сейчас уже происходит несколько по-другому. Из-за того, что я всецело, Димаш является моим хобби и увлечением серьезным, и из-за того, что я слежу за новостями, слежу за его творческой деятельностью, отсматриваю интервью, пересматриваю концерты, то, скажем так, музыка меня окружает всегда, а вот деятельность, она меня очень сильно и мотивирует, и, наверное, ограждает от всего того негатива, что находится, скажем так, за этим миром под названием Димаш. Вот мы говорили о том, что, мне кажется, Димаш находится в своем мире. Так вот, мы находимся в мире Димаша. И, наверное, вот этот кокон, в котором мы находимся, он, мне кажется, дает свои результаты. Почему? Потому что, согласитесь, когда, если бы у нас этого не было, мы бы занимались привычными вещами. Наверное, смотрели телевизор с утра до ночи, а там нам постоянно бы в голову клали те мысли, которые нам не нужны. А тут совершенно другая ситуация. Я полностью в творчестве, я благодаря этому самореализуюсь, у меня благодаря этому всегда хорошее настроение, и я не замечаю тех негативных моментов, которые происходят, скажем так, в параллельном мире. Вот. Я не знаю, хорошо это или плохо, но то, что мне это нравится, с этим я поспорить не могу. Следующий вопрос, более личный. Что вы делаете, чем вы занимаетесь в свободное время? И чем бы вы хотели поделиться со всеми испаноязычными дорогими? Ну,
Вся моя деятельность так или иначе связана с творчеством, начиная с университета, по специальности я режиссер, и так далее. Долгое время я занимался и занимаюсь ведением всевозможных праздников и праздничных мероприятий. Вот. Также я освоил деятельность педагогики, я веду курсы по ораторскому, актерскому мастерству, видеоблогингу, то есть с какой-то точки зрения я еще и учитель. А еще мне нравится очень музыка, очень люблю юмор, шутки, люблю походы, люблю палатки, люблю рыбалку, свежий воздух, компания единомышленников, друзей, с которыми можно весело и интересно провести время. Вот это все я очень сильно люблю. И еще сноуборд. Вот, да, люблю кататься на доске по горным хребтам, скалам. Поэтому, когда я был в Казахстане, я всерьез задумал о том, что у них есть замечательное место Медео. Вот, и там, говорят, есть помимо того, что горный каток потрясающий, так еще и прекрасные склоны. Поэтому я не отпускаю от себя еще мечту побывать там и покататься. А чем бы хотел поделиться со всеми испаноязычными дорогими? Ну, во-первых, для меня до сих пор невероятный шок и неверие в том, что я, находясь сейчас здесь, в глубинке, можно сказать, России, и общаюсь с людьми, которые живут в Мексике. И в это сложно поверить. И самое интересное, что это случилось благодаря точке соприкосновения. И эта точка соприкосновения – творчество Димаша. Я очень рад, что это произошло. И у меня поистине проснулся интерес к творчеству других народов и других людей. Поэтому обращаюсь непосредственно к вам, дорогие друзья, зрители канала Лео Кантра. Хочу сказать, что для меня это большая радость, что мы все начали общаться и интересоваться друг другом. Я считаю, что это очень важно для обогащения и культуры, и вообще есть такое понятие, как толерантность, когда люди с пониманием относятся к особенностям друг друга. Это очень здорово, и у меня есть для вас небольшой сюрприз. Вот кто бы мог подумать, что находясь в 200 километрах от северной столицы, в деревне, поселке, где численность жителей не превышает 1000 человек, я найду вот это. О чем это говорит? О том, что Мексика на самом-то деле находится в сердце не только моем, но и людей, которые так или иначе вообще, в принципе, более широко смотрят на этот мир. Потому что все мы люди, все мы умеем чувствовать, все мы умеем любить, все мы слышим музыку. Но вот что особенно я хочу подчеркнуть, что мне кажется, мексиканцы, как и казахи, чувствуют музыку по-особенному. Объясню. Вот чем больше я изучаю Казахстан и культуру Казахстана, я вижу, что музыка вот буквально пропитана. Люди пропитаны музыкой. Они все могут петь, они все играют на домбре. То есть вот как-то музыка, такое ощущение, что она сопровождает их в течение всей жизни. А вот в Мексике, как я это заметил, вышел замечательный мультфильм, который познакомил меня вообще, в принципе, с Мексикой. Это «Тайны Коко» назывался. Очень классный мультик. И там я увидел, насколько же все-таки добрые, веселые, отзывчивые, невероятно музыкальные люди эти мексиканцы. И я всерьез тогда захотел побывать в Мексике, чего стоит только один праздник, вот этот мертвый. Для нашей культуры это очень странно. И многие даже, наверное, не способны принять это. Но сейчас я понимаю, у нас в этом же и есть прелесть того, что все мы разные, и что мы по-разному чувствуем и воспринимаем этот мир. Но, как мексиканцы, так и казахи, вот мне кажется, между ними уж очень много общего, потому что не зря все латиноамериканцы, да, испаноязычные, которые живут в Мексике,
вот восхищаются творчеством Димаша, восхищаются его музыкой, причем настолько на глубинном уровне, что это чувствуется. Это чувствуется и по реакциям, которые они делают. И это говорит о том, что все не просто так. Что-то на каком-то другом уровне вы воспринимаете музыку. Будем продолжать дальше следить и изучать творчество и латиноамериканских диарс, и мексиканских, и бразильских, и всех-всех-всех. Почему? Потому что это открывает перед нами невероятный горизонт и невероятную перспективу жить и дружить в этом большом мире. Финальный вопрос. Наконец, какое сообщение вы бы хотели оставить подписчикам? Ну, во-первых, продолжать слушать музыку Димаша, знакомить с музыкой Димаша. Почему? Музыка, она обогащает человека, она снимает напряжение, она помогает в творчестве, она очищает. И поэтому я желаю всем зрителям этого канала, во-первых, не пропускать ни одной передачи Лео Кантра, а во-вторых, самим тоже, может быть, делать реакции на творчество Димаша и знакомить. Почему? Потому что если такой музыки в мире будет больше, вот именно такой музыки, то и веселых, счастливых людей на планете будет тоже больше. Я желаю вам всем крепкого здоровья, всем почаще улыбаться, быть на позитиве и дружить. И для меня это самое главное. Давайте дружить. Это все на сегодня. Я надеюсь, что вам понравилось это прекрасное сотрудничество, так же, как и мне. И благодаря Димашу я подружился со всеми. Лео, спасибо, что пригласил к себе на канал. Спасибо, что задал интересные вопросы. Обязательно придем еще, если позовешь. Пока. Muchas gracias, Sacha, por tan bonitas palabras hacia la cultura mexicana y hacia la cultura, bueno, de todos los países, ¿no? De Rusia, de Kazajistán, en fin, muchos países que, como lo mencionas, cada uno tiene su peculiaridad y pues bueno, gracias por mencionar esos aspectos de México. Amigos, pues esto fue todo por el día de hoy. Quiero agradecer de nuevo cuenta a Sasha Karelsky por acompañarme y esperen la segunda parte de la entrevista con Iván. Y gracias, en verdad, chicos, gracias, Sasha, por haber permitido este momento tan bonito. Y como lo mencionas, gracias a la música de Dimash estamos rompiendo la barrera del idioma y conociendo a muchas personas. Nos vemos, amigos.